Указом президента Российской Федерации от 15 ноября 2022 года Каспийску было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне трудящимся завода «Дагдизель». В связи с этим на бульваре Абдуллаева, центральной части Каспийска, уже начались работы по возведению стелы и по благоустройству прилегающей к ней территории. Отметим, что первый этап включает в себя реконструкцию входной группы бульвара со стороны улицы Хизроева и установку стелы, высота которая равна 20 метрам. Второй – это благоустройство оставшейся части пространства до улицы Лишенко. На данной территории предусмотрены посадка зеленых насаждений с сохранением имеющихся, установка освещения, зон отдыха, детских уголков, бесплатный Wi-Fi, а также установка малых архитектурных форм. Отметим, что работы планируется завершить в текущем году.